Цельные словосочетания. Обычно каждое слово, входящее в словосочетание, является отдельным членом предложения. Однако есть и такие словосочетания, которые сохраняют свою цельность и в предложении выступают как один член предложения. Такие словосочетания называют цельными. В них главное слово не имеет достаточной для члена предложения смысловой полноты, так как основную смысловую нагрузку несет зависимое слово. Наиболее употребительны следующие цельные словосочетания. Первое. Словосочетание с главным словом числительным. Три пальмы, много песен, несколько минут и другие. Три девицы под окном, пряли поздно вечерком. Пушкин. А Ленин убил 5 штук фазанов. Толстой. К этой группе примыкают словосочетания, в которых главное слово существительное, образовано от числительных. Сотни дорог, десятки километров и другие. Или сближается с ними по значению. Большинство учеников, часть книг. Второе. Словосочетания, в состав которых входит предлог «из» с общим значением избирательности. Один из учеников, двое из класса, кто-нибудь из вас, любой из нас и другие. А кто из детей не хочет стать взрослым? Кого из водолазов вы пошлете в воду? Лиза ехала в один из ближних поселков за новыми экспонатами для музея. Третье. Словосочетание, в состав которого входит предлог «с». С общим значением совместности. Мать с сыном, мы с тобой, нитка с иголкой. В саду березки с кленами встречают нас поклонами. Нам с матерью отвели небольшую светлую комнату. Нет цельных словосочетаний этого типа при сказуемом глаголе в форме единственного числа. Сравните. Мать с сыном пошла гулять. Мать с сыном пошли гулять. Четвертое. Словосочетание, которое включает формы существительных типа с глазами, с носом, с лицом, роста и другие, и прилагательные, определяющие их. Девушки с веселыми, смеющимися лицами дарили танкистам цветы и ласковые улыбки. Бабаевский. Цельные словосочетания этой разновидности могут иметь в качестве главного слова другие существительные. Например, Давыдов шел неспешным, но широким шагом. Шолохов. Знание цельных словосочетаний облегчает разбор по членам предложения. Много осадков выпало, потому что днем и ночью шел дождь 2 недели подряд.